Аккурат в период похорон Елизаветы II в городе Лестер, недалеко от Лондона, вдруг вспыхнули расовые беспорядки. Между собой схлестнулись индийцы и пакистанцы, превратив центр города в зону уличных столкновений. Погромщики воспользовались отъездом местных полицейских в Лондон для обеспечения безопасности похорон. И своим примером показали, как быстро происходит социальный распад современной Британии, если с улиц даже временно исчезнет полиция. Сам по себе Лестер символизирует нынешние процессы демографического замещения в британском обществе. Половина населения города – мигранты, в основном выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш. Это тоже наследие елизаветинской эры, ведь такие беспорядки невозможно было представить в 1952 году, когда Елизавета II взошла на престол. И это то общество, в котором Карлу III предстоит царствовать, все более разрозненное и воюющее само с собой, как только возникает повод. А их на фоне кризиса и резкого объединения британцев будет предостаточно.